Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре VivaStars. Продолжаем выполнять базовое оформление нашего YouTube-канала. Оформляем главную страничку. Задача нашего урока – разместить стартовое видео, которое видят люди, не подписавшиеся на наш канал, и разместить на главной страничке нашего канала видео, которое вы хотите отображать на этой главной страничке. Настраивается внешний вид вашего канала, опять же, с главной страницы вашего канала, нажатием на кнопку «Настроить вид канала». То, что у вас отображается на главной страничке, регулируется кнопкой «Добавить раздел». Я сейчас нажму на эту кнопку и покажу вам, что можно отображать на вашей главной страничке. Одной из задач, которые мы решим в этом курсе, это научимся проводить наши живые прямые трансляции. Я вам очень рекомендую на главной страничке отображать список проведенных ваших живых трансляций. Также рекомендую включить отображение популярных видео, то есть ролики, которые у вас набирают максимальное количество просмотров. Эти ролики желательно показывать на своей главной страничке, показывать свои лучшие ролики новым подписчикам. Ну а чтобы реализовать вот такое оформление, как у меня на канале, то есть чтобы у нас отображались красивые значки нужных нам видео, это выполняется, размещая на главной страничке один конкретный плейлист. Плейлист – это возможность сортировать видео на вашем канале. Сейчас на нашем YouTube-канале нет загруженных видео, и вам к этому уроку желательно вернуться только после того, когда на канале появится хотя бы десяток новых видео, когда есть что размещать на главной страничке. Я переключусь на наш YouTube-канал «Красота, здоровье, благополучие». Сейчас в нашем канале, если я войду в творческую студию, я увижу характеристики нашего канала. У нас сейчас уже больше 29 тысяч просмотров за последние 28 дней. И на канале уже больше 100 видео загруженных. И уже больше 30 проведенных живых трансляций. Сейчас есть что сортировать, есть что размещать в плейлисты. Как же создать плейлист? Так, я перехожу на свой канал. Нажимаю опять же на кнопку «Настроить вид канала». Это один из вариантов создания плейлистов. Перехожу в раздел «Плейлисты» и нажимаю на кнопку «Новый плейлист». Придумываю название для своего плейлиста. Называть плейлисты, как делают некоторые, «плейлист 1», «плейлист 2» – это абсолютно неверно. В названии вашего плейлиста должны присутствовать ключевые запросы. О подборе ключевых запросов мы более подробно поговорим в закрытой части нашего тренинг-центра. Сейчас я вам могу сказать следующее. В зависимости от того, какие ролики сейчас лежат на вашем канале, по каким тематикам вы их уже можете отсортировать, пожалуйста, постарайтесь придумать привлекательное название плейлиста, причем такое название, в котором содержался ключевой запрос. В моем случае у меня достаточно много роликов сейчас написанных о программе Zoom. Я попробую придумать название для этого плейлиста. Напишу в поиске YouTube слово Zoom и смотрю, что ищет по этому ключевому запросу. Zoom как пользоваться, Zoom конференция, как включить Zoom и так далее. Я выберу вот такой ключевой запрос. По этому ключевому запросу достаточно много видео отображается. Значит, этим ключевым запросом люди пользуются. Я выберу его название и использую его в качестве названия своего плейлиста. Только немножко его сделаю более читабельным. Как пользоваться Zoom понятным языком. Вот так. Нажимаю на кнопочку «Создать», и я создаю первый плейлист. Вы можете изменить название своего плейлиста, если заметили ошибку, в случае, если решите использовать какие-то другие ключевые слова. Исправил на большую буковку и нажал «Сохранить». Для каждого плейлиста необходимо использовать описание. Для того, чтобы создать описание, нажимаем на карандашик и пишем, что будет в этом плейлисте. Не надо относиться к описанию формально, не надо писать несколько слов, либо оставлять вообще описание пустым. Дело в том, что как название, так и описание вашего плейлиста – это дополнительная индексация ваших роликов. Если вы и в названии, и в описании будете использовать ваши ключевые запросы,
А в нашем случае это название YouTube-канала, Zoom, ключевое слово «как пользоваться». Вот все это желательно включить в описание. Потратьте на это 5-10 минут. Правильно оформленное описание будет приносить лишние просмотры для ваших роликов на YouTube-канале. Я запущу Word, чтобы избежать от своих ошибок, и сделаю описание для плейлиста. Итак, я сделал вот такое описание, в котором есть нужные мне ключевые слова. Я копирую это описание и вставляю в поле описания плейлиста. Нажимаю на кнопочку «Сохранить». Абсолютно по аналогии я создаю другие плейлисты. Вы можете их создать 3-4 в зависимости от того количества видео, которое сейчас есть на вашем YouTube-канале. Для того, чтобы создать новый плейлист, нажимаю на название своего канала. Попадаю опять же на главную его страничку, нажимаю «Настроить вид канала», выбираю раздел «Плейлисты», вижу плейлисты, которые у меня есть сейчас на канале, нажимаю на кнопочку «Новый плейлист» и создаю еще один плейлист. Поставьте, пожалуйста, просмотр ролика на паузу и создайте необходимое количество плейлистов на своем канале. Итак, необходимое количество плейлистов создано. Как размещать в эти плейлисты видео? Есть несколько вариантов. Я вам покажу два из них. Первый способ добавления видео в созданный плейлист делается со странички «Плейлисты». Выбираю плейлист, в который я хочу добавлять видео, щелкаю на него. Нахожу под названием своего плейлиста три кнопочки, щелкаю на них и выбираю действие «Добавить видео». Обратите внимание, здесь есть действие и «Удалить плейлист», и еще дополнительные настройки. Я выбираю «Добавить видео». В плейлист на вашем YouTube-канале вы можете добавлять видео из других каналов. Это один из вариантов интересного продвижения своих видео. Но мы будем добавлять видео с нашего YouTube-канала. Из раздела «Поиск видео» я перехожу в «Видео на моем YouTube». Передо мной открывается список роликов, загруженных на мой YouTube-канал. Я выбираю первое видео, которое я хочу добавить в этот плейлист. И нажимаю на кнопку «Добавить видео». Опять же возвращаюсь на свой канал. Нажимаю «Настройки вида канала». Выбираю плейлисты. Вижу, что в моем плейлисте уже появилось одно видео. Щелкаю на этот плейлист. Опять же нажимаю на звездочки и выбираю добавление видео. Перехожу на мой YouTube, выбираю другое видео. Если вы хотите сразу добавить несколько видео в этот плейлист, щелкаем на следующее видео. Не надо ничего удерживать, просто делаем щелчок мышки. Прокручиваем лифтик вниз по списку вашего видео. И когда все найденные видео вы пометили, нажимаете на кнопочку «Добавить видео», и все эти ролики будут размещены в выбранный вами плейлист. Нажимаю «Добавить видео» и вижу вот такой вот измененный свой плейлист. Вот это очень простой и понятный способ добавления видео в плейлист. Можно, конечно, видео сразу же размещать в плейлист при загрузке, но это я покажу на уроке «Как загружать видео на YouTube-канал». Способ, который я вам сейчас показал, это наиболее простой и быстрый способ раскидать ваши видео по плейлистам. Причем абсолютно нормально, если одно и то же видео будет находиться у вас в нескольких плейлистах. Ставим видео на паузу, сортируем ваши ролики по плейлистам, которые вы только что создали. Итак, плейлисты созданы и наполнены. Теперь переходим к оформлению нашей главной страницы. Щелкаю на главную. Главная страничка может по-разному выглядеть для подписчиков и для новых зрителей. Я выберу вначале для новых зрителей и нажму на кнопочку «Трейлер канала». Это и есть то вступительное видео, которое будут видеть все люди, которые зашли на ваш канал в первый раз. Сюда желательно разместить видео, в котором
присутствуете вы, где люди видят именно вас, и вы приглашаете зрителей на свой канал. Если на данный момент у вас нет такого видео с приглашением, его желательно записать. Выбираем видео и нажимаем «Сохранить». Вот именно этот ролик с таким названием и вот с таким описанием будут видеть новые зрители вашего канала. Вы всегда можете нажать на значок с ручкой и поменять свой трейлер, либо удалить. Переходим на страничку для подписчиков и смотрим, что у меня сейчас YouTube отобразил на моей главной страничке. Он отобразил плейлист «Еженедельные живые вебинары «Здоровье, красота, благополучие» и отобразил плейлист «Загрузки». Это последнее видео, которое вы загрузили на свой канал. Что я хочу добавить? Я нажму на кнопочку «Добавить раздел», выберу «Популярные видео». YouTube сразу выдергивает эти видео с моего канала. Конечно, желательно, чтобы у всех этих видео были хорошие, красивые значки. У нас пока этого нет. Наш канал продвигается только одним пока способом – внутренней SEO-оптимизации и регулярной загрузкой видео на канал. Но в рамках этого тренинга вы увидите, как он изменится. «Популярные видео» нажимаю «Готово». Я хочу, чтобы этот плейлист находился у меня в самом верху. Нажимаю на стрелочку вверх, проталкиваю этот плейлист на самый верх главной странички своего канала. Нажимаю еще «Добавить» раздел. Что я хочу? Завершенные прямые трансляции. Опять же нажимаю «Готово». Прямые трансляции – это очень эффективный инструмент вашего продвижения. Если вам не нравится, что все ваши плейлисты выкладываются в виде вот таких горизонтальных полосочек, вы можете всегда поменять вид размещения. Выбранный макет по умолчанию в ряд по горизонтали. Можно выбрать вот так вот, вертикальный список. Один плейлист, где очень важно название вашего ролика и его описание, можете его разместить вертикально. Для популярных видео я оставлю горизонтальное размещение, а вот для прямых трансляций можно, например, сделать вариант с вертикальным списком. Вот так вот. Чередование вертикального и горизонтальных макетов делает вашу страничку более интересной. Но вот так добавляются стандартные плейлисты. Это популярные и завершенные прямые трансляции. То есть эти плейлисты создает сам YouTube. Как же добавить ваш только что созданный плейлист? Нажимаю «Добавить» раздел. Выбираю один плейлист. Выбираю, как я хочу, чтобы он у меня размещался, вертикально либо горизонтально. Выбираю тип плейлиста, мои плейлисты. Открываю список имеющихся плейлистов у меня на моем YouTube-канале. Выбираю, например, плейлист «Как пользоваться Zoom» понятным языком. И нажимаю кнопочку «Ок». Например, плейлист с загрузками мне не нужен. Я могу нажать на кнопочку и удалить его с главной странички, чтобы не перезагружать свою главную страницу. Нажимаю еще «Добавить раздел». Опять же выбираю один плейлист. Размещать по вертикали, например, мои плейлисты. Жду, когда у меня подгрузится список моих плейлистов. И выбираю плейлист с тренинг-центра Vivasan. Нажимаю «Готово». Вот таким образом мы с вами оформили нашу главную страничку. С помощью стрелочки вверх можно поднимать плейлист по стене, с помощью стрелочки вниз опускать плейлист, с помощью ручки вы можете редактировать этот плейлист, менять расположение, менять вообще, ставить какой-то другой плейлист на это место, либо удалять. Для подтверждения ваших изменений нажимайте на кнопочку «Готово». Ставим видео на паузу. Если есть, оформляем трейлер для вашего канала, но в любом случае размещаем на главной страничке созданные и заполненные ваши плейлисты. Еще один элемент в оформлении главной странички, этот элемент я рекомендую вам использовать, это раздел «Интересные каналы». Для чего создан этот раздел? Для того, чтобы продвигаться на YouTube совместно. В социальные сети проще покорить командой, то есть группой людей. Если вы сделали канал, ваши коллеги из вашей структуры тоже сделали канал, желательно помогать друг другу, осуществлять активность и взаимопиар.
Об этом будет отдельный урок в нашем тренинге. А сейчас вы можете в раздел «Интересные каналы» разместить ссылки на каналы своих коллег. Как это делается? Вы заходите на главную страничку вашего коллеги. Это сделать можно очень просто. Написать в поиске YouTube название канала вашего коллеги. Ну, например, Игорь Черноусов. Вот сюда вот в поиск пишем. Вот видео, связанное с запросом Игорь Черноусов. А вот канал Игорь Черноусов. Щелкаю на название канала, подписываюсь на него, это очень хорошо. И копирую из адресной строки адрес этого канала. Возвращаюсь на свой канал, нажимаю на кнопочку «Добавить канал». И в поле «Введите имя пользователя» или URL, копирую этот адрес. Нажимаю на кнопочку «Добавить». У меня появляется иконка добавленного канала. Нажимаю на кнопочку «Готово», и в списке «Интересные каналы» появляется канал вашего коллеги. Ваш коллега, конечно, должен сделать то же самое. Зайти на ваш канал, подписаться, скопировать его адрес и в настройках своего канала на главной страничке разместить ссылку на ваш канал. Вот на этом внешнее оформление нашего YouTube-канала будем считать закончено. Вот посмотрите, что у нас получилось. Горизонтально расположенные плейлисты, вертикально расположенные, потом два горизонтально, еще один вертикально. Список интересных каналов, ссылочка на нужные вам ресурсы, загруженная шапка, аватарка, сделанное описание –